Он хочет интервью. Милка, мне нравится все самое. Ну вот, сидели так рядом вплотную, на двух стульях рядом. Мне очень ладно. Я знаю, мы еще ничего не знали. В каком году это было? Ой, дай Бог. Когда я училась, в 59-м году. Это было в советском художнике. Это было ну, зима, с 59-го на 60-го. В 6-м я пила. Наверное, я же не помню, какой может это быть. Примерно, ну примерно. Ну, при Хрущеве. Там ананас. 1900, конечно, 90. Такой. Ты в 90-х годах в Израиле жила, бабуля. Ну, я не помню. Понятно. Я тебе говорю, 59 на 60-е, зимой это было. Она сидела, да, читала там цифры, я записывала. Жена художника, да? Да. А он какое отношение к Корее имел? А он... Корейкин фамилия. О, она заведующая плакатной... Он плакатист в основном. А она заведующая этим отделом. А где он заразился? Где он заразился? Он дома заразился. Жена. А он где нет, заразился? Он был в Индии. За границей был. А где? Куда не пускали без разрешения. А в какой стране? В какой стране? Я уже не... А? В какой стране? У меня уже голова болит. В какой стране? Сейчас я вспомню. Почему заболела голова? Это одна! Блин, ты можешь все время, ты что-то с этим разговариваешь? Мила, ты же помнишь. Индия. А? Страна Индия. Индия, да-да, правильно. Даже. А там этот, каждый третий. Он заразился, приехал сюда, домой, здоровый, да? И на завтра умер. Ого. Потом выяснилось. Можете? Потом выяснилось, что как он Орекин купил. Фамилия его. Бабушку не слышно из-за вас. Как Орекин. Фамилия. Фамилия как Орекин? Да. А ты работала с его женой? А жена нет, она под другой фамилией, я только не помню. Не помню, это было 100 лет назад. Так. Вот. Сидела рядом. Я жила. Ну, там, понимаешь, если она в этом здании работала со мной. Конечно, прислали делать прививки всем сотрудникам. Да. А я случайно была в кабинете директора и слыхала это распоряжение. Ну, он, конечно, не понял ничего, что я поняла. Ну, в общем, я вышла и ушла из здания. А в это время приехала комиссия эти, делать уколы. Ну, всем делали. А где же мы? По списку Вайнтрауб нету. Я говорю... Когда я пришла, я говорю, так я же сказала, что я ухожу в банк. Ха. И все. Осталась без поверивки. А что за болезнь была? В обязательном порядке. А какая болезнь была тогда? Да. Какая да, была болезнь? Да, я сказала, что я при домоуправлении сделала. Бабушка. Кому надо? А как идите, проверьте. Какая была болезнь? От чего он умер? Чем он заразился? Я сейчас вам... Оспа! Очень шумно. Она... Никто не выживает. Когда его повели в гробу, улицу оцепенили, тупо ходили, шел. То есть только, то есть во всей Москве только он заболел? Ну это, да. А какая болезнь? Оспа? Оспа или другая болезнь? Нет, это то, что он привез. А какая? Оспа? Оспа.
Ну, в общем, я ни одной и прививки не делаю. И в школе не делала.